Зачем цанговый карандаш в школе? И что это вообще такое? Это вид механического карандаша, который использует специальные зажимы – цанги – для фиксации стержня. При нажатии кнопки на конце карандаша цанги отжимаются и позволяют выдвинуть грифель на необходимую длину. Стержень цангового карандаша имеет толщину 2 мм. И если нужна более тонкая линия, то стержень можно заточить. Тем более, что в цанговом карандаше Брауберг есть точилка с обратной стороны. Возможность регулировки толщины линий, удобное положение карандаша в руке и надежность крепления грифеля сделали его особенно популярным среди художников, инженеров, архитекторов и, конечно же, школьников. Людей, чья деятельность напрямую связана с чертежом и рисунком.